Итак, друзья, вы готовы снова получить очередную порцию трэша? Трэша такого. Если да, то садитесь поудобнее у своих гаджетов. И мы продолжаем. Прошлая часть немножечко получилась коверка носкомкой. Почему? Потому что у меня затупило мое устройство записывающее. В итоге... Ну, как есть. Так мы на Бонни там остановились с вами в конце. Ну, ничего сложного, ничего... Такого... У меня это звуки... Вот эти штуки мы любим. Однозначно здоровье, однозначно. О, 75, крутяк, так. Блин, у меня боеприпасов. Ух ты, падла такая. Знаете что? Вот сколько в этого дебила надо стрелять. Но зато с него плёшек выпадает. На 5 он. Ух ты, падла сраная. Прилёг. Ух ты, это чё, блядь, такое? Ё-моё. Так. Ты утворила. А. Ты чё попал? Ублюдок странный. Нам надо открыть эти врата. Музыка какая-то. Ну. Оп. Ой, друзья, херня делал. Так. Нам с вами надо...
надписи какие-то. Кто тут хоть? Это херово дело. Ух ты. Второй друг. Хрюкает как свиньи. Блин. Есть. О, чуть было, не было. Уже с вами портал. Так. И что дальше? Ну. Ух ты, блин. Весьма далеко. Ух ты, блин, ёперный батон. Фу-фу-фу-фу. Доскакал. Есть. Ворота открыты. Началось. Как воевать без оружия, вы не подскажете? Блин, я думал, это какая-то нужная шняга, а это... Чик. Друзья, знаете, что мы сделаем? Блин, я вообще... Ага. Thank you.
Опять. Офигеть можно. Давай. Так, есть. Теперь бы понять, куда идти. Ага, вон. Понял, нам надо забраться туда. Сейчас все будет. Блин. Так, чё там? Вот это пройдем. Прошлое не получилось. Может, хоть и это какой-то плюшки получим. Ну-ка.
я не пойму, что делать, если все. Зверское убийство карой небесной. Как? Фико. Как? А что делать? Друзья, это какая-то херь. Я не знаю, как здесь что делать. Не пойму, какой карой. Не знаю. Очередной раз я затупил это прохождение этих дополнительных миссий. Хер его знает. Ну давайте речь, красивая заставка, конечно, сделана, но не хочется сидеть и на нее втыкать так долго. Все, поехали. Так, а знаете, что мы с вами сделаем? Давайте-ка посмотрим. У нас тут улучшение уже. Фига. Так, сканер местности, система снаряжения. Да. Так, ускорение перезарядки.
Ну да. В общем, все. Подапгрейдились мы с вами чуть-чуть. Вот у нас контрольная точечка. Значит, мы двигаемся с вами в нужном направлении. Что это за херня? Так, а где же портал? Уже хочется из этого пекла выбраться поскорей. О! Во! Хочу микроракеты. Наконец-то. Офигеть. Крутяк. Начинается. О! Что это, демон? Да, но он меня не трогает. А чё я его крушу? Он же, блин, я туплю, он же за меня. Хрен там, да, ты за меня? Я-то думал. Мерзкая тварь. Это мерзко. Ёптвычечки. О, мне вот эта вот херня как-то не по душе. А куда это я? Блять, рухнул куда-то. Какую-то штуку рухнул. Хера знает куда. О. Бля.
Офигеть. А вон тут ублюдок. Мы его сейчас замочим с вами. Врага! Да ты шо, опять? Ты мразь рогатая. Есть такое дело, друзья. Фуф. Блин, я так заинтригован из-за просто. Блять, это ты было. Так, хорошо, а куда? А как? Ага, вон ступчик. Понятно. Есть. Да твою ж мать. Кто? А. Фух.
Я чувствую, друзья, скоро будет выход. Вот эта штука для ближнего боя шикарная. И в битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту, и мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости, обрушился он на чудовище. Друзья, вы знаете, даже не знаю, что комментировать. Сами все видите. Ух ты, блин. Так, не знаю. Ну давайте. Ой, что-то сейчас здесь будет какой-то трэш. О, куда же я? Не знаю, как вы. Лично я иду сразу с вот этой вещи. Мощная штука. И еще этот лопух толстый, толстая тварь. На, жри. Кто? Бля. Бля, не.
Вепперный. Где же Туха, друзья? Сколько ж тебе нужно мочить, тварь? Блядь. Фу. Долбал. Фу. Ну и херь, ну и трэш. Так, теперь нам надо туда забраться, что ли, предлагают, да? А, тут и забираться не надо. Просто обойти. Во! Слава богу, блин. Мы с вами, друзья, нашли этот портал. И сейчас благополучно давайте возвращаться на Марс. У-у-у. По этой демонической хрени мне лазить уже надоело. Так, ну конечно, продолжим, естественно. И посмотрим прекраснейшую заставку нашего аргент-комплекса. Кстати, уничтожен. Почему-то написано, кто уничтожил, не знаю, пока дядя Дима бегал, мочил этих тварей в аду просто. Так, ладно, все, так соберемся с мыслями и продолжаем играть. А вы знаете, так ничего, игра-то заинтриговала и довольно-таки втянулся. Поначалу казалось унылым говном, а сейчас-таки даже как-то интересно стал. Вот такие дела бывают, вот так вот. Так, все, пробил, что здесь у нас, какая новая миссия? Одна Марс, еще лучше, друзья. Одно лучше другого просто называется. Так, мы летим с вами, да. Во. Аргент башня уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись в единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у вас есть выход. Закрой пасть. Чё делать?
Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Вот, все, контрольная точка достигнута. На этом интересном месте мы заканчиваем. Я заканчиваю, вы заканчиваете просмотр, я заканчиваю прохождение этой серии. До следующих встреч. Всем пока-пока.